Утро всем. Сегодня у нас вместо кофе чай. Посмотрим, что сегодня тайное становится явным. Чтобы не захотелось сегодня такой вопрос задать. Не знаю почему, наверное, для кого-то сегодня будет актуально, раз так. Что тайное сегодня станет явным. Явно, что... Так, во-первых, идут какие-то денежки, поддержка. То есть у кого-то сегодня... Ну, кто-то задумал, может, кому-то подарок денежный, может, премию. Вы сегодня неожиданно об этом узнаете. Вот, в общем, какой-то успех такой, то есть вы еще не подозреваете, но оказывается, вы уже где-то что-то выиграли, что-то получили. Ну, я имею в виду, не обязательно выиграли, что там лотерея, да, а в плане того, что что-то такое вам приготовили высшие силы. Может быть, я говорю, премия действительно там начальник. Сюрприз, там мужчина что-то приготовил, вам какой-то сюрприз, может, подарок, может, день рождения скоро у кого-то, и вот подарок. То есть то, о чем мечтали, вы это все получить. Неожиданно это будет для вас. То есть так, он такой небольшой, но приятный подарок. Вот. В общем, и сегодня станет явным то, что вы узнаете, что вы для кого-то важная женщина, ценная женщина. Вот. И вы себя почувствуете, вот не знаю, то ли после подарка, может, это признание даже, это тоже как подарок, да, то есть любое приятное такое вот событие, вещь. В любом случае, после этого почувствуете себя такой важной женщиной, значимой. Но если мужчина, значит, переворачиваете на себя, значит, вы почувствуете, может быть, сегодня вы проявите такой интерес, какой-то подарок сделаете своей женщине, ей будет очень приятно. В любом случае, фортуна с вами. То есть вот эти скорые перемены, они очень быстро произойдут, быстро события. Ну да.